Хотел бы получить этот отчет о макроэкономических показателях за прошлый год. Отчет о макроэкономических показателях не входит сегодня в тему нашей прямой линии. Будьте Ну, добры, сформулируйте вопрос, который отвечает нашей теме. вы такая, как это не входит? А вот так. К чему Вы вы читали тему руководствуетесь? нашей, вы тему прямой линии читали? Я на право бай нахожусь, тут тема не написана. Какая у вас тема? Будьте добры, зайдите на официальный сайт Минэкономики и подготовьте свой вопрос. Нет, Тогда я вас будьте добры, соединю с... Я не озвучьте могу мне вас эту соединить с... Я тематику. Вы озвучите мне не... тематику, не соединяйтесь с человеком, сами озвучите, пожалуйста. Вы должны были позвонить, подготовившись Вы сюда. мне не говорите, что я должен. Вы должны мне обозначить тему, Вы не кричите расскажите. на меня. Вы позвонили на Хорошо. прямую линию и абсолютно не готовы к диалогу и задать Вы вопрос мне не по теме указываете, прямой. готовы или не готовы. Это специальные органы будут разбираться в моей готовности. А вы мне Будьте скажите добры, озвучите тему. вопрос. Тему, пожалуйста, озвучите, какая у вас. Нет, озвучите вопрос. Вы должны были зайти на официальный сайт Вы мне не Минэкономики и говорите, что узнать я тему. должен. Вы озвучите тему, которая сегодня по Александр экономике. Григорьевич, будьте добры, озвучите ваш вопрос. Вы сейчас Слушайте, отнимаете время у людей, которые не могут дежурная, дозвониться действительно по теме. безымянная. Я бы хотел задать новую тему. Дайте мне тему, я подумаю, потом перезвоню. Какая тема у вас сегодня? В виде исключения для вас, Александр Спасибо. Григорьевич. Тема звучит так: новые подходы к государственному прогнозированию и планированию. Ух ты, новые подходы, а какие старые были? Кстати, давайте по старым задам. Так, Какие были старые подходы по Александр прогнозированию? Григорьевич, я вам еще раз объясняю. Озвучьте мне тему, вернее, вопрос по нашей теме, конкретный. Хорошо. Минусы старых подходов по прогнозированию макроэкономического Это не тема. показателя. Как это? Ну вы же озвучили только что. Это не тема. Вы слышали тему? Недостатки подхода. Да, еще раз озвучите, Александр пожалуйста. Григорьевич, будьте добры, подготовьте вопрос и перезвоните. Жду вашего звонка. Я же подготовил. Какие недостатки старого подхода к определению макроэкономического х-показателей или анализов, или что? Ай, черти, а? Умные.